Здравствуйте! Сегодня мы с вами пройдем тему вокальная артикуляция. Я покажу вам несколько упражнений, которые очень удобно повторять перед каждым уроком и просто дома для того, чтобы разминать мышцы лица. Итак, первое упражнение. Сминаем губки в трубочку и растягиваем в одну и в другую сторону. Второе упражнение. Растянули губы и соединили обратно в трубочку. И третье упражнение. Также сворачиваем губы в трубочку и как бы перед собой вырисовываем кружочек. Получается, сначала в одну сторону. И затем в другую сторону. Вот такие три простых упражнения всегда помогут вам немножечко подготовить и размять мышцы лица перед вокальным уроком. Всем спасибо, до свидания.